В одной из саун города Саратова сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по городу Саратову за занятие проституцией были задержаны две девушки 17 и 23 лет. Как ни странно, но ни визит полицейских, ни само задержание ночных бабочек не напугало. Вам не страшно, нет? То, что, нет, то, что вас задерживают. Нет. Чего боятся? Штрафы, что? Да. Нет, не страшно. Штрафы вас не пугают? Нет. Понял. Ну, перестанешь заниматься, если штраф будет 30 тысяч? Конечно, перестану. Да. Серьезно? Да. Серьезно. Как объяснили сами задержанные, приступить к границе приличий и бросить вызов общественной морали их толкнула тяжелая жизненная ситуация и желание заработать. В отношении несовершеннолетней девушки материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних администрации города Энгельса, а молодая женщина 23 лет от роду сегодня привлечена к административной ответственности. Софья Ютина, Нарек Хачатурян, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть Саратов.